занимался, ему нет. Я же писатель, дачи нет, машины нет, вот посадим. Сын родил, вот это будет второй этап. А вообще, я сам хочу себе сказать, я хочу сказать о Полтаве, можно? Можно. Вы знаете, для меня Полтава особый город. Я приезжал еще на первый самый конкурс карикатур и с тех пор очень полюбил Полтаву, практически каждый год приезжаю. У вас удивительный город, вот я всегда очень большое значение придаю тому, как вот я добирался, да? Вот сегодня в 6 часов был поезд там скоростной, а вчера вечером, отмотаем дальше, 22 апреля в Киеве, в Украинском доме, у нас будет благотворительный концерт, и средства пойдут там, ну, раненым и так далее. Вы представьте, накануне, вчера вот вечером, в Фейсбуке напал на меня один московский, значит, там человек, вот у вас, значит, концерт, армия и так далее. А я вот Украина, и мы начали с ним, знаете, как это бывает, переговариваться по компьютеру. И потом вдруг говорит, как вы, значит, погубили типа Украину, я, значит, обратно. А я 18 лет каждый год ездил в Полтаву. А я завтра утром в 6 часов утра еду в Полтаву. Вот передайте Полтаве. Полтава город, который может привить. Мне кажется, понимаете? Вот я так вот. Это очень символично вопрос получилось. Расстались мы с ним как бы нормально, да? Сказал, передайте, привет, Полтава. Я хочу передать привет этому городу, в котором, ну, всегда комфортно, хорошо, и если мы сегодня посадим бродяги, я не ожидал, что это произойдет. Для меня сюрприз. Я уже не знаю, я не очень-то умею делать, надеюсь, меня научат. Выкопаю ямку, польем, вырастет. Замечательно.